Официальные лица США неоднократно предупреждали Пекин, что если он не откажется от сотрудничества с Россией, Вашингтон введет санкции против Китая. По данным популярной британской газеты The Guardian, Китай готовится к жестким санкциям Запада. В Пекине считают, что западные страны введут санкции против Китая за его сотрудничество с Россией. С этой целью Пекин начал изучать устойчивость китайской экономики санкциям. По данным издания, соответствующие государственные органы Китая проводят проверки различных компаний, входящих в банковскую систему страны. Инспекция Пекина также связана с тем, что они хотят знать, насколько они смогут противостоять давлению Запада, если столкнутся с санкциями за сотрудничество с Россией. Кроме того, они хотят знать, какой ущерб партнерство с Россией может нанести Китаю. Пекин хочет избавиться от этой угрозы и не намерен отказываться от сотрудничества со своим партнером Россией.